Ник Саврин. Лицензия 56437. Мой клиент Л. Джей Барроуз. Алло. Узнаешь меня? Да. Да, Ник Саврин. Как держишься? Делаю, что могу. А как сам? Беспокоюсь о тебе. Тебе ведь не так досталось. Знаешь, говорят, после слушания, учитывая, что за птица мой отец, меня этапируют в тюрьму для взрослых в Кингмане, штат Аризона. Будем надеяться, этого не случится. А что с Вероникой? Вместо нее суд назначил какого-то клоуна. Знаешь, я о ней не слышал. А еще ко мне приходили из ФБР. Да? Да, чтобы я помог ему говорить своего отца сдаться. Вряд ли твой отец пойдет на это. Слушай, Эл, это важно. Говори. На третьем тебе нужен Отис справа. Ты понял? На третьем тебе нужен Отис справа. И еще выше нос. Что? Запомни это. Я сделаю все, чтобы тебя вытащить. Эй, Ник! Если увидишь отца, передай. Я люблю его. Поступки из этой жизни предопределяют следующую. И тому, кто творит зло, не видать вечного счастья. Я и не стремлюсь, док. Я живу здесь и сейчас. И вот еще что я знаю. Местные индейцы, племени Томагавк, они верят, или точнее верили, пока их не перебили, что когда один воин убивает врага в бою, дух убитого переходит в него. Так что это не конец, док. Ты теперь со мной.